Итак, это видео показывает, как сопрягать мобильное устройство с охранной системой. Рассмотрен пример сопряжения охранной системы Pandora DX6X и мобильного телефона с операционной системой Android, на котором установлено приложение Pandora BT. Для начала автомобиль должен быть снят с охраны, зажигание должно быть выключено. Надеюсь, вы знаете, где у вас находится кнопка Wallet. Если нет, то нужно искать. Сначала входим в режим программирования. Для этого вводим код с помощью кнопки Wallet. По умолчанию 4 единицы. Вводится следующим образом. Короткое нажатие сопровождается зеленым сигналом индикатора. И почти сразу индикатор загорается красным. Это означает, что можно вводить следующее значение кода. После ввода всех значений индикатор проморгает много раз. Это значит, что вы вошли в режим программирования. Далее в этом меню нам нужно зайти на 50 уровень. Это делается нажатием на кнопку Wallet и отсчетом 5 звуковых сигналов. После 5 звукового сигнала кнопку необходимо отпустить. И система, опять же серии звуковых сигналов, оповестит вас о том, что вы вошли на уровень записи мобильного устройства. Теперь можно заходить в приложение и нажимать «Поиск устройства». После того, как устройство найдено, нажимаем на него, чтобы выполнить сопряжение. Далее устройство требует ввести пин-код. Стандартный пин-код по умолчанию 2004 единицы. Вводим его, и все, приложение готово к использованию. Осталось выйти из режима программирования. Для этого необходимо просто включить зажигание. И система опять же звуковым сигналом оповещает вас, что выход успешно совершен. Постарался все лаконично изложить. Если пригодилось, ставь сам знаешь что.